Привет, стримаши. Давно я хотел рассказать, что я думаю про Википедию, которая называется «Свободной энциклопедией». Это помойка, гобнявая хламина. Ну, как бы, как обычно, задумана как хорошая вещь, в реальности херня. Как, например, говорят, демократия – это хорошо, зашибись. А на деле чего? Большинство одурманенное, либо просто злое, потому что людей много злых. И вот это большинство, либо это большинство людей манипулируется маленькой кучкой. В общем, демократия на самом деле приводит к очень плохим результатам, так как большинство либо необразованное, либо злое. То же самое здесь схема, что как бы задумывается как хорошая, какая-то информация полезная, ее люди совместно редактируют, но в реальности что происходит? Просто здесь сидят модераторы, которые то же самое ФСБ, мегабандиты, и они пихают вам хламину, какие-то филиалы Первого канала путинского получается. Вот и вся суть. Я почти что не пользуюсь этой никогда, никогда. Иногда немножко читаю что-то, может, про какие-то компьютеры, что вот процессоры какие-то выходили. А по сути, это источник недостоверной информации, как я считаю, и кто не сталкивался, запомните, это источник помойной информации. Ну, тот же самый первый путинский канал. Говна, срана, пропаганда. То есть этот проект не то, что как они писали там, поддержите, денежки пошлите, даже не заходите. Вот если видите, просто закрывайте сразу эту страницу, Википедия.орг. Все дело, вот я говорю, что информацию туда вносят модераторы, которые обычно, ну, в России это вот какие-то спецслужбы, какие-то бандюшки, они про себя не вносят. Про хороших людей они пишут, что те там террористы, еще чего-то. Ну, стандартная схема. Кому надо, все в курсе. То есть это мега помойка, отвратная, никакой не источник информации. И никогда он не восстановится. Но если люди сразу спросят, а как же, как надо было организовывать, чтобы все писали там, кто попало, без модерации, тогда был бы хлам, хер, там жопа везде. Но я не знаю. Сейчас сделано вот так вот, что модераторы это гниды какие-то, контрреволюционеры, контры сидят, погонь всякая, и свою ложь выдают за правду. Если да, ну, всем подряд туда сделать запись, то будут херню всякую писать. Но что бы я сделал, например, чтобы страница не одна была. Например, ты вносишь правку, тут как бы как сделано, вот, ну, я внимательно изучал, но вот как видно, страница ты редактируешь, отправляется на редактирую, она не редактируется. Вот здесь, например, вот я зашел к Светову, и здесь смотрите. Вот здесь вот типа правка есть. Кто-то ссылочку запихнул. И вот одобрять будет гнида какой-то, модератор. Вот какой-то вот путинский агент будет одобрять. То есть, ну, все бессмысленно. Оппозиционеры будет одобрять бандос. Вот. То есть, а кто? Здесь даже не видно, видите? Вы не видите там, кто модераторы, кто, ну, кто бандосы, модераторы. Тут всякие факты, ну, все будет скрываться, что государство невыгодно, это же ясно так.
Здесь вот, видите, не, даже непонятно, модерат, кто это, вот блатари какие-то. Вот. То есть, как бы я сделал, например, кто-то редактирует. И создается еще вторая версия. То есть, здесь вот ссылочку, например, как бы я сделал. Тут вот версия 2, там версия 3. Вот. Ну и пускай пишут, пускай что хотят пишут. Херы, маты там. То есть, ну свободно, я бы сделал свободную. Пускай пишут, что хотят. Но как бы несколько версий. Да, одна была бы такая вот с модераторами, другие без модераторов. Модераторы должны быть, они известны. Я не вижу здесь, кто это, вот что, что за гобнявые чуваки здесь, модераторы. И кто это они вот. То есть о них нет информации никакой. И они, ясно, гадости делают. То есть в таком виде, ну, все это вот. Здесь вот есть в IT, наверное, здесь вот ходят вот эти вот блатари. То есть я, ну, я бы даже 10 рублей не стал бы перечислять. Потом, а что еще? Вот она где-то какой-то сервер находится. Вот я смотрю, здесь Франция, да? А, Нидерланды. Надо переносить на движок блокчейна, то есть распределенный. Кто-то может сервер выключить, информация исчезает. Распределенный движок, который валяется у всех. Неплохо, что они вообще стали такой проект сделали. Какая-то информация вот такая не сильно острая. Там процессоры, какие-то напитки, деревяшечки. Там как бы нет смысла гнидом манипулировать. И поэтому пофиг там, кто что написал. Вот. Но половина информации, она важна. Потому что одни люди будут другим помои втирать, там, обманывать их. И тогда исчезает это, перестает Википедия быть источником информации полезной и правдивой. И вот эту проблему они, по сути, решить и не смогут никогда. Так же, как и в телевидении, кто акционер, либо кто бюджет своровал, людям всракивает с эфира. Так и здесь, такая же примерно телевизионная схема. Свободная, свободная, на деле также заткнут рот и все. Вот. Я вот на самом деле вот почти что и не захожу на эту херь, Википедию. Вот зашел на минутку, вспомнил, что хотел сказать, что не является она никакой полезной штукой. Ну, на этом все. Пока, стримаши. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Долой говнопедию.